сейчас проблема еще была в том, переключился. что мы потеряли тебя. Сейчас ты должен был у меня забирать, а, Монаро? Ну, Ты я же потом с под Монаро тексты просил. провалился. Ну, я понимаю, что не ловишь эфиры и потерял. Что, все? Джипс, КД? Уже лучше, по крайней мере. Мобы быстро побежали, когда после этого Ленина, чего там. Мобы быстро пробежали, потому что, блядь, заранее не дают контроля. Дают контроль, когда они уже бегут. Рывок был, нет, после контроля конкретно прям рывок. Когда заходит три, блядь. Ой, два моба зашло. Делорус и Простик. Какого хера вас сложило? Таков много было, нас Феникс там пиздил. Феникс нас пиздил по очереди. На мне огромное было, тоже я сдох. Понял. Окей. Окей, дальше, следующий нюанс. А, по поводу... Мозера, чем Мозер? Мозер, что тебе сложил? Да, ну, блядь, у него таунт... то же самое, ты... Да. Понимаешь? 8 секунд КД таунт. Лёх, там на ярости нам проще Т5 отдавать, это прожимать щит праведности под конец коста, и тогда агро вообще с нас не слетает в рейд. Давайте, давайте, больше трое. Правильно, правильно, поддерживаю. Все, бафы дали. Два раза... Каф, дайте, я килл куда-то протонулся. Я тавы перекину, чтобы замедление было больше. Ну чё, первый эфир опять будет, нет? Жамен, да блять, они там это... Мне впадлу заморачивают. Всё, тут дайте ребавку. Планетянин, Гена, Кил. Сейчас, сейчас, таланты кидают, берите, пожалуйста. Когда нужен, блядь, Вага, у тебя аура стоит. Освобождай на вторую, когда приходишь в форму. О, Вага, это делай сосредоточение. Да кават поставится. Мы так отвыкли от ретриков, согласно с маной. Слушай, ладно. Короче, смотри, на, вот когда приходишь, на первых взрывах ты даешь мастер аур на первом, да? А на втором, когда приходишь, там у меня мастер аур будет. Про массакра плюс мастер аур, поэтому типа забирай сразу. Там еще купол надо будет давать. Потому что не да он без команды почему-то не дает, а если дает, то он дает, когда перебежка, блин, когда не нужно. Народ, смотрите, когда убиваем первого, да, сразу не ломитесь. Сейчас совпало так, то, что мы убили, пошел каст перьев, и все ломанулись, ну, типа, паровозик. Крикни стопу, все, стоять, блин, там. Там проклятие замедлило касту, и получается ваш феникс закончил кастовать первый каст, самый последний. Все, поехали. Старайтесь всегда на краю лужи. Вот да, бля, где вы сейчас стоите? Чтоб потом все сдохли, кто перед за вами стоит. Раз,
Долларов столько мы шарим. Ром под циклон пускай заходит, отпускайте звезду. На ковах подержу. Сейчас забирай. Забирай. Трусы девка? Да. Води. Не держи. Там три в контроле, два идут, не замедли. Прибежали, мост спросили. Ну, он далеко где. Ого, брать. Мост. Отпускайте звезду. Играй, Гас. Гас пошел. Не держи. Пусть доходит. Ну заведите, зачем? Сейчас циклон уйдет. Жена, я напрохил. Вот сейчас застаньте кого-то. Нормально. Добро. Все, отпускайте. Пускай звезда доходит. Потом руту дойдут. Зря после луж притягиваете. Очень зря. Отпускайте звезду. По адмиралу дала Эннер. Папа тебе. Да, Эннера раздавай. И гимны на Аман. Сейчас после взрыва. Чуть не сбило. Центр.
Надо подсливать 7% уже. Стопните. Не бейте босса. Ждите коста. Так. Забрать. Двигайте. Все, отпустите. Звезду отпустите, отпустите звезду. Сейчас фаза будет. Идите за луной. Все, максимум внимания. Слабость Рейда. У меня ярость. Пир, упал мой. Все, тихо. Слабый стоп-каст. Перья. Перебежали. Прохиль другу. Буду говорить стоп во время стоп-каста. Я могу знать. Один где-то там у филов. Стоп. Пусть доходит один. Отпустите ромбик, бан один. Перья. Стоп. Перебежали. Христос, меня быстрее. Блять. Жена, поднимай. Стоп, ты. Знаем. Стоп. Перья. Ребаф по дроидам. Перья. Перебежали. Стоп. Блин, блин. Пускай одет один дойдет. Стоп. Умрёте. Этот мог бы дойти, кто там корни дал. Жужин, ты что делаешь? Тут что? Яры. Серия. Оба идут. Перебежали. Вага, ура. Фир. Отвернулись? Это яр. Это ярость. Я. А чё сказали, я шпир. Купол, дай. Подслейте, раз купол. Перья. Да, встанешь. Перебежали. Фир, последняя платформа. Фир. Выпейте два бана, дайте по первой. Который справа не контрольте. Два пускай заходят. Почему в столе РДД? Нету стаков, поцелите. Перья. Перья. Перебежали. Топа. 3 за 4. Нет, там их, блять, они там все замедляются, идут все медленно. Там, я не знаю, их как контролировать. Их приходится откидывать. Вы там просто занимаетесь одной вещью. Вам надо по чуть-чуть сливать, а не так, что вы все время откидываете. Вот 3 откидывания было. А толку, если вы ни одного не слили? Это понятно, понимаешь, там идет, там есть контроль, но также идет, есть контроль по всем, они все идут одновременно.
Так я тебе говорю, ты часть можешь же выделить, откинуть, правильно? Правильно. Не могу. Как я тебе часть, если они в кучу идут? Сбоку подбеги, сделай это наполовину. Я сбоку откидываю, блядь, половину, я тут на что, я по линейке откидываю? Как? Ну, ты откидываешь перед собой же. Ты перед собой. Там маленько, типа, градус повернешь, все, у тебя сколько там вот эти... Ну, на видео, 60 градусов подошел, откинул двух в сторону, чтобы под мою и они не попадали. Они зашли нормально. Все остальное я не знаю, каким образом там надо было. У нас Неликс. Чего вы назад не перебежали? Скажите вот этот нюанс. Почему вы побежали наперед, а не назад? Да, кстати, тоже ошибка. Почему вы побежали наперед? Если вы побежали бы назад, вам там попроще было бы поконтролить даже. А вы там забежали за угол, вам даже мобов дальних не видно. Да нет, смотри, Леха, когда падают вторые перья, кто контролит, может прям в эти лужи внутрь забежать и там стоять контролит. Я не знаю, что они в куче бегают. Кто контролера, отдельно отбегайте. И отдельно два стойте ко... И вы будете видеть, как, кого бить, кого, кого замедлять. Два моба идут. Ну, допустим, две кучки разлилось. Подошел сюда, разлил сюда близко. Они вот дал, еще проблема какая. Они... А вторую кучку нельзя трогать. Пусть они первого очень долго идут ко второму. И в итоге там уже падают другие перья. В итоге 4 моба идут в босса, что вихрь нельзя дать или что? Да, я проверю. Я не знаю, нужно стопать по первому и бахать. Рот, ваша основная задача слить как можно быстрее 10 мобов, пока следующих 10 мобов не появится. И слить их по 2, по вот одному, блядь. Максимум 3. Чем быстрее вы это сделаете, тем будет легче. Сантея, алоэ. Типа, блядь, чем меньше мобов остается, тем легче, блядь, их контролить. То есть, а вы сейчас делаете, появляется 10 мобов, ни одного моба, блядь, не заходит в босса вообще. И вы постоянно этих 10 мобов ебучих контролите. Ближние, блядь, 2 там, не знаю, вот дальнюю сейчас пак законтролили. Вот смотрите, вы дает маг Близзард по дальнему паку. Нахуя вы откидываете мобов? С какой целью? Типа, если вы видите, что заходят они уже, блядь, возле босса, да, окей, тогда можно. А когда они стоят далеко, нахуя вы их откидываете? Типа, нам надо, чтобы зашло, блядь, 2-3 моба зашло в босса. Типа, если больше, значит, тогда откидываете. Даю проверку. И ДКшка там притягивает. Плюс есть оковы ДК, который сможет законтролить, если что. Все, Сантей, Мозер. Сантей. Ну вот этих 10 мобов надо слить, чтобы потом уйти на следующую. А мы так на следующем, на последнем будем, блядь, 40 мобов. И хуй его знает, как их всех законтролить. На втором по-любому будет 20 мобов. Не будет там 20 мобов. 10 первых слилось, блядь. Ну всё, и пас. Потом появится... Блядь. А. Нам надо по чуть-чуть сливать. Ну, типа на втором, да, 20 мобов надо слить. И кто контролит, надо отдельно им бегать. Потому что даже на видео было видно, что... Может нам, блядь, как-нибудь перевести, чтобы было на первом 15. Я вам все предлагаю, блядь. А, ну мы сейчас так и переводим, то, что у нас 15. Если вы увидите, что я даю транквил. Подбежали к стене, блядь, там, допустим, кучи, да? Возле стены разлили первую лужу. Дальше вторую лужу, блядь, разлили посередине к боссу, к мелкому, блядь. И этот. И получается 5 вдалеке, 5 вблизи. С этих 5 вблизи 2 лока дают бан, 3 пускай идут. И, блядь, дальних там то же самое. Все изи. Нам тоже надо босса запускать мелких. Одного там грипнет ДК. Все, поехали.
даст. Бежать. Ну ебать, блять, ну стойте вы около лужи, пиздец, заебали. Какая сразу, ну, три идут, одного замедлили. Под боссом замедлили там два. Сейчас взрыв будет. Сейчас корни уйду. Ромб дайте контроль. И ромб с циклоном пойду. Бля, звезду. Не надо бан. Отпустите звезду. Что во время луч мне не подводите. Очень больно по рейду тогда. Шнен, поднимай вот. А не, не Шнен, мост. Сейчас еще мои корни уйдут. Сейчас взорвется, сразу стану. Чем трап? Два банка. Дай заходим. Кто там посмотрит? Убирай. Ром подпускает. Там сейчас звезда доходит. Пускай идет. Под нрау дал Эннер. Зажиндай тоже под нрау. Отпускайте звезду. Пускай с ротами доходят.
Коникс. Оценка. Стопните по боссу. Забирай. Ждем следующего каста и потом... Пусть вот эти двое подходят. Так. Сейчас труты забудешь. Выйдите из лужи, выйдите. Приводи. Дайте пристабав, пожалуйста. Кило прошел тем с дебафом. У Рэда ярость. Здорово, следующий сиром. Какой? Второй с фером. Алина, аккуратно. С фером. Вижу. Перья пошли. Перебежали. Стойте с меня, быстрее. У нас два. Прижмитесь. Два заходят, идут. Пускай два с дальней стороны заходят. Заходят. Можешь упросить. Зашли. Сейчас корни уйдут. Попросите нормально. Вагу просит. Пускайте бан. Перья. Перебежали. У нас два пока. Больше урона. Стеночки отбежали. За клуня, 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 клуня. Вот здесь переразливаем. Ждем здесь. Побежали ближе. Трансфер. В луну встаньте. Сфер. У нас три. Одному дань там. Наши в контроле, пускай там запускать одного закопать. Первые двое пускай заходят. Вот два идут. Сфер. Третий заходит. Без пала не будет, да? Сфер. Сфер. Идут. Перебежали. Танку бой. Фир. Отмените танки. Дайте гимна. Купол, дай, купол, купол. Гимна. Купол, дай, дай БР по мне, жмем быстрее. Фир. Просто все сдали. Перья. Аккуратно. Перебежали. Фир. Рогу прохильте. Моба. Маска на дал. Вижу их. Пускай два зайдет. Фир. Фир. Топните их. Прохильте, выхильте. Гимн на КП, блядь. Фир. 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 Один заходит. Перья. Назад бегите. Ага, да, я... Налево, налево. Да, вы побежали. Привет. Все разнобой. Привет. Контроль. Привет. И отвернулись. Убивайся.
там на той стороне хилов нет монорога. Перья. Перья летят. Фир. Перья полетели. Ворот упал. Да, но все равно пиздец. У нас один заходит. Феникс пиздец. Зашел. Страшно, хитите, бейте, блядь. Паниковать, уже, наверное, поднимите. Что как? Встаньте... Дайте имя. Встаньте чуть-чуть назад и левее. Сейчас попаду. Перья идут. Иннер. Перебежали. Мобы, контроль, 3 идут. 3. Осадку даю. А ладно, Ревнус не ушел. Полина, еще мобы. Он на первой платформе. Да не откидывайте, зачем? 2 мобы заходят. 2. Пол еще контрольте. Баны. Хорош. Корни дал. Перебежали. Одного отпусти. А, вот идет один. Киньте этих, контрольте. Кинь. Этих за контроль. Хорош. Дайте стаков, нет. Бан. Дайте Иннер по жужику. Закопались. Ну, половину хп на третьем сняли. Это уже прогресс. Лёш, ты второго знаешь... Феникса. Но на третьем тоже не поставляю, чем будет. Сейчас надо распределить гимны на хп, потому что там просел сильно рейд, я крикнула гимн, и все 5 престов сдали одновременно гимн. Бля, давай там просто их нахуй откидывать и морозить, пизду. Просто, я могу даже скрин сделать у 5... престов, кдшки, одно... Сколько, Лёх? Секунду. Я до твоего. Конечно, ты обещал пятёрку. Хорошо, у Элбрила на 20 секунд раньше, да. Давай еще один пол. Да, ну всё, бага уходит, а толку ещё. А, ну ладно. Блин. Кто-то уходит. Зайдите, пожалуйста, там килл. Ну, Фредрик, он классно по мане. Скажите хилы, ну. С Фредриком вообще кайф. Кайф. Не знаю, с меткой было очень хуёво. Пиздец, на сове словить дебаф на минус реген маны и на сове просесть. Кабар, ты видел, как я тебя на 1% поймала, добежала тогда? Да. Я ещё полтос отдал там. Скоро ма села по мане. Адмирал. А на мне дебаф был, который ману уже.